В этом видео речь пойдет о подводной светодиодной подсветке, которую вы сможете установить на вашу лодку, катер или яхту. Данную подсветку можно использовать для освещения воды в районе свим-площадки, а также подсветить кильваторный след. Прежде всего, этот светильник полностью герметичен, и его можно установить ниже ватерлинии, но не глубже полуметра. С обратной стороны все залито компаундом, влага не попадет внутрь. Два провода для подключения по 25 сантиметров каждый. Обычно этого достаточно для монтажа подсветки. И маркировка, что данный светильник светит белым светом. Корпус выполнен из нержавеющей стали, достаточно тяжелый. Толстое стекло, внутри мощный светодиод. Хочу заметить, что данная подсветка работает от напряжения как 12, так и 24 вольт. Давайте подключим и посмотрим, как она горит. Так как подсветка подводная, давайте посмотрим, как она работает под водой. Летом хочется купаться не только днем, но и ночью. А когда около вашей лодки вода подсвечена как в бассейне, это вдвойне приятно.